Привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Катя, и мы с вами продолжаем проходить первый Mass Effect. Мы с вами на очень негостеприимной и очень снежной планете Наверия. Мы сейчас с вами направляемся на вершину 15, на огромный исследовательский комплекс, в котором засела матриарх Бенезия. Нам бы с ней надо бы поговорить. Да. Ой, ходно, какая вот только задницу морозить, ужас. Гарус, наверное, вообще весь синим оброс. Турианцы же не выносят холода. Только при этом я ни разу не видела ни одного турианца, который носил бы меховую шубку. Не, ну вообще было бы странно увидеть турианца в меховой шубке. Так, надо еще чуть-чуть вперед проехать. Так, вот так. Вот так, нефиг. Ибо, как говорится, нефиг. Ну, так, все, все остальные там сидят. А мы давайте-ка... Нет. Так, спокойно. Вон тут какой-то тут ящичек есть. Давайте посмотрим, что там. Так, какая прелесть. Ребят, садимся, а то сейчас все нафиг замерзнем. Что у нас тут есть? Мы тут подобрали какую-то броньку, но она хреновая. Ляра, может, тебе подойдет? Нет. Техническая и биотическая защита почти единица. Мне это не нравится. Абсолютно. Что мы еще подобрали? Лезвие 2. Неплохой пистолет, урон у него клевый, но мы пока побегаем со страйкером, наверное, да, Ляра? Так, что еще? О, вот давайте Гарусу поставим новую штурмовую винтовку. Так, окей, я поняла. Все. Все свободны, поехали дальше. Маку, прекрати так резко реагировать на кнопки. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Так, мы кого-то еще завалили. Ребятушки. Где ты, ребятушки? Где вы там? Воу. Так, одного завалили. Так, ракетки. Это не есть хорошо. Оп. Вы что, офигели, что ли, в меня тут стрелять? Блин, ну все охреневшие сволочи-то, а? Капец. Да вы издеваетесь. Наконец-то. Так, сейчас тут вот так, опять назад. Воу! Не, успели. Так, еще поближе, да. Все, кажись, все. Нет, не все, кого мы не завалили? Быстро в сторону от ракеты. Все, замечательно. Так, на 2 набора улучшалов. Давайте сейчас выйдем быстренько. Давай, Шепард. Где? Ну, один, да? Так. А второй где? Он же где-то здесь. Я же его... Да, вот он. Я ж его видела. Сейчас заодно и посмотрим. Так. Что у тебя за патроны молот, да? Ну, ладно. А здесь химические патроны давай тебе переставим. Лиара. Тоже патроны молот. Давай тебе третий поставим. Гарус. Так. Противопехотные патроны. Фазные патроны вообще отстой, поэтому сейчас их переработаем, да. Вот эти первые тоже надо уже переработать. Мы уже такой фигней не пользуемся. Это уже просто... Нам это нафиг уже все не надо. Правильно? Правильно. Так, сейчас тут справа будет, если я не ошибаюсь. Ну да. Да. Шагающий танк гетов. Естественно, он тут есть. Куда ж тут без него? Ну, нам его завалить надо, а мимо остальных мы, наверное, просто с вами проедем и все, не будем париться. Так, и где? Вон он.
Так, чуток назад, теперь чуток вперед. Вот и все. Все. Мимо всех остальных мы просто проедем мимо, пошли они в баню. Там какая-то плюшка вроде лежит возле горящего этого челнока, но фиг с ней. Мне, если честно, влом сейчас с ними тут разбираться. Я просто уже хочу приехать на вершину 15. Вот и все. И тут, кстати, точно, здесь будет один из первых графических багов в этой игре, которые я, если честно, не знаю, как пофиксить, чтобы они вообще не появлялись. Я только знаю просто, как исправить на время эти баги. Так, ну чё, полезли, блин, да? Полезли. Ну, естественно, я промахнулась. Вот так вот сделаем. Да, вот так вот встанем. Так, все. Все. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Люблю Мак, он такой классный. Виу! Обожаю вот эти вот приколюхи, да, эти реактивные двигатели. Хе-хе. Так, я там вижу турельку. Мы ее сейчас завалим или нет? Ну, должны вроде. Давай, давай, быстрей! Все. Так, теперь давай, 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 давай. А, успели, успели. Мы молодцы, да? Я, правда, все так же очень хреново вожу. Воу, полицейский разворот. Это было круто. Как-то вот почему-то все... А что будет, если Мака вот бац и сейчас вот как-нибудь скатится просто вниз? Было бы прикольно, наверное, да? Ой, зачем мы достали оружие? Уберите оружие и садитесь в машину, я сказала. Я сказала, садитесь в машину. Упоротые в край люди. В смысле, человек-турянец и Азаря. О, мы уже практически приехали. Наконец-то. Было бы круто, если бы с помощью этих наших движков можно было бы просто взять и... Так. Вон она. А, сразу нас заметила, да? Заметила. Ну, давай. Вот так. Все, даже не успела в нас выстрелить. Так, и где-то тут... Вон она, еще одна. Мы ее... Так, это еще все. Кто в нас стреляет тут? Кто в нас кто посмел? Кто посмел выстрелить в царя, а? Не знаю кто, но, в общем, короче, давайте-ка сейчас попробуем. А, это она и стреляет в нас. Вот и все. Теперь наш путь должен быть чист и прекрасен. Свободен, как чистое весеннее небо. Боже, что ж я несу такое-то? А, тут еще одна турель есть. Ой, блин. Да вы задолбали уже. Где она? А, вон она. О, новый уровень. А давайте-ка прокачаемся сразу. Так, мы еще какую-то тут снарягу каким-то макаром подобрали. Так, что это у нас? Улучшенный прицел. Это надо Гарусу поставить на снайперку. На третий улучшенный прицел. Шепард, я помню, мы подобрали тебе какие-то плюшки на гранаты. Не, фугасная граната пока что это самое лучшее, что у нас есть. И прокачаться. Прокачаться. Давай обучение спектров. И давай дробовики. Лиара, что у тебя? О, у тебя доступна сингулярность. Отличное умение. Сингулярность создает вихрь, притягивающий к себе объекты. Классная штука. Гарус, прилив адреналина. Сбрасывает время восстановления всех навыков, позволяя использовать их незамедлительно. Полезная тоже штука, но я не помню, чтобы я тоже ей как-то пользовалась. Ага, отправляйся на вершину 15. Ну, мы туда и идем. Гарус, какие у тебя все-таки зубы? Вот почему я ни у одного турианца не видела таких зубов, как у тебя? Это нечто просто. Не то чтобы они были некрасивые, эти зубы, но... Просто странно как-то. Почему ни у кого нет, а у тебя есть?
Или, может быть, у всех есть, но я просто не замечала. Надо будет как-нибудь обратить внимание, это же интересно. Жалко, что у нас больше нет турианцев в команде. Я бы сравнила бы хоть с кем-нибудь. Нет. Ой, фух, я подумала, мы сейчас упадем. Придется проходить все заново. Это было бы печально очень. Ну, наконец-то, приехали. И вот тут сейчас должен появиться первый баг. Ну. Да. Вот он, этот чудесный просто баг. Я его обожаю на самом деле. Но я не хочу с ним играть, поэтому мы сделаем вот такую вот штуку. Открываем консоль и вводим код ViewMod Unlit. Таким образом мы убираем в игре все тени, и таким образом текстуры на персонажах в итоге опять появляются. Так, что-то я опять не туда прокрутила, нам нужен дробовик. Конечно, немножко неудобно бегать все время без теней, но ладно. Так, вот тут сейчас должен разрушитель вылезти. Вон он. Джаггернаут, а не разрушитель, что я сказала. Ух, слава богу, с трех выстрелов. С трех выстрелов. Так. Замечательно. Кто у нас тут? А, вот еще один Кроган. Парень, ты как-то в нас, по-моему, вообще не стреляешь, да? Я смотрю. Какие-то вы лохи, чуваки, я не знаю. Не стреляете в нас вообще. Все комплексы вершины 15 сильно повреждены. На территории присутствуют биологически опасные материалы. Знаем, что это за материалы. Так, тут я не помню, тут я знаю. Так, мы еще не можем забираться на всякие укрепления, печально. Ладно, я подумала, что мало ли там какие-нибудь плюшки есть, но нет, их нет. Ну и ладно. А, ну вот. Сложность дешифровки средняя. Ой, это уже будет... Уже будет сложно, я могу не открыть. Не, могу. Все норм. Так, что подобрали? Ой, что мы подобрали? Я что-то уже пропустила, что мы подобрали. Так, штурм 3, ураган 2. Не пойдет. Не устраивает меня это дело все. Ой, дуэль... А, это... Не, нам не подходит эта броня. Лиара, можно на тебя что-нибудь надеть? Нельзя. Гарус, на тебя тоже нельзя. Ну и, как говорится, ладно, фиг с ним. Потом разберемся, раздадим остальным комрадам нашим. Кому-то из них обязательно сгодится все, что мы подняли. Противопехотные патроны, бронебойные патроны. Давайте-ка поставим кому-нибудь бронебойные патроны. Плюс 25 урон синтетиком. Нет, нам не надо. Нам здесь, в принципе, синтетики будут, по-моему, только в одном месте. Нам так что-нибудь. Потому что, чтобы ты спросила. Так, это лифт. Мы сюда пойдем. Мы пойдем против системы. Фазные патроны, бронебойные патроны. Вот эти вот сразу мы перерабатываем в унигель. А остальное поднимаем. Действительно, чтобы всякую фигню с собой не таскать. Так, еще один ящик. Давайте тоже его попробуем взломать. Да ёшкин капец. Ну, я, наверное, сейчас просру время. Ну да, естественно. Ну, давайте взломаем, что ли, автоотключение. Ой, пистолет, штурмовая винтовка, снайперка. Что у нас за пистолет? Мне он не нравится, а вот Ляри сойдет. Да, отлично. Но мы поставим его Кайдену, скорее всего, этот пистолет. Тем более, в принципе, он не намного отличается от второго страйкера. Но я посмотрю, может быть, он Кайдену больше подойдет. Так, а тебе поставим, да, вот молот 4, да, Гарус. Тебе дадим хорошую снайперку. Кстати, ты у нас можешь уже снайперками пользоваться, скажи мне.
Да, можешь, вот и стреляй из снайперки. А я пока с дробовиком побегаю. Поскорее бы уже на самом деле в продаже бы появились дробовики. Ой, ну не только дробовики, но вся линейка оружия, разработанная спецом для спектров. Самое лучшее оружие в игре. Стоит очень дорого, но очень крутое на самом деле. Ляра, такая прикольная, без теней на лице вообще. Ну да, и картинка, конечно, без теней в игре сразу становится просто отвратительная, но что поделать? Либо так, либо главные герои у нас без текстур. Я лучше выберу отсутствие теней, чем отсутствие текстур все-таки. Это еще что такое было? Это кто в нас вообще такой умный выстрелил, а? Так, ну. Я ж помню, что тут еще один Тайкишкин. Капец, ты что, издеваешься, что ли, женщина? Да ты охренела. Ай, самый умный, давай, вылазь. Ваншот. Ой, фу, мамочки, вот это вот самое гадское, что тут есть на этой планете. Фу. Животный ветер, тут все в плохом состоянии. Ребята, и никто не додумался посмотреть наверх и увидеть вот эту вот гадость. Знакомьтесь, это Рахня. Ай, фу, вонючие твари, терпеть их не могу. Они такие гадкие. Я забыла про Рахни рабочих. Они нас травят. Фу. Так, давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Ничего, эта дверка не откроется. Ладно. А здесь внизу что-нибудь есть? А, я подумала, это кровать. Нет, это столы. Это столы для пинг-понга. 100 пудов столы для пинг-понга. Так. Ребят, вы двигайтесь сюда ко мне или нет, пожалуйста. Я одна тут с ними разбираться не хочу. Вон, тем более, что вот они полезли. Блин, Гарус, ты мне просто закрываешь весь обзор. Биология не моя область. Может, кто-то в лаборатории знает? Конечно. Разработка гравитационного оружия открыть. Ну да, мы открыли. Шкафчик. Тоже давайте его откроем. Мало ли что там может быть полезно. Дробовик, штурмовая винтовка, еще одна снайперка. Что-то я их по названиям, если честно, не различаю, поэтому буду смотреть так. Ну, в принципе, можно поставить этот ураган третий. Урон у него не намного ниже, чем у нашего ятагана второго, но зато точность намного прям хорошо. Так что да, поставим его. Так, Гарус, мы подобрали какие-то снайперки. А, у тебя такие же. Все, я поняла. Я поняла, извини, что предлагаю тебе всякое говно. Да, прости. Мы тем временем идем дальше. Да, я сюда, в эту комнату, не пойду. Потому что там всего лишь одна аптечка, но при этом вылезет вот оттуда Рахни, и я не хочу с ним стреляться тут сейчас. Да и в принципе, сколько у меня аптечек? Все 6 по максимуму, так что мне это не надо. Лифты вы будете работать, да? Вы же будете работать. Замечательно, они работают. Как меня радует, что лифты работают. Прям очень-очень радует. Гарус, у тебя такой клевый визор. Блин, какой же он классный. Так, не тормозим, ребзя, сейчас все будет очень печально. Да, я ж помню. Айфо. Кто-нибудь убейте их уже, этих тварей вонючих. Что это за звуки? Резервная энергосистема. Так, открываем, да. Я знаю. Так, набор улучшений. Хорошо. И мы сейчас спустимся вот сюда. Спускаемся в ядро. Похоже, что виртуальный интеллект вышел из строя. Вы можете попытаться вручную сконфигурировать модули данных, либо использовать унигель, чтобы отремонтировать поврежденные системы. Ремонт стоит 100 единиц унигеля. Пошли в пень, мы будем вручную все делать. Так.
Суть в том, что надо все модули переместить в середку. В середку. Абсолютно несложно. Правда, нет, конечно, это... Вообще для меня это было сначала сложно, потому что я пыталась в самом начале, когда первый раз проходила, пыталась понять, что ж тут от меня надо-то, и куда надо это все делать перемещать. В итоге выяснилось, что в серединку. Ну, на самом деле, в этой головоломке нет абсолютно ничего сложного. Вот фанфары в нашу честь. Потому что мы умные, мы починили виртуальный интеллект. Похоже, вы пытаетесь восстановить комплекс. Вам нужна помощь? Да, пожалуйста. Помощь, это здорово. Ты кто? Ты кто вообще? Система откликается на имя Мира. Позвольте узнать ваше имя. Капитан Шепард, я служу в спецкорпусе тактической разведки Цитадели. Одну минуту, пожалуйста. Полномочия совета... Да, конечно, из-за отсутствия теней в игре выглядит все это, не, картинка не очень, но... Уж простите, пожалуйста, я не очень хочу бегать, играя за черный прямоугольник вместо Шепард. Необходим привилегированный доступ. Он возможен только для представителей Binary Helix. Система готова к обработке запросов. Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. Мне нужно найти матриарха Бенезию. Леди Бенезия отбыла на монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Вниманию пользователей! В настоящее время система монорельса не действует. Какова здесь ситуация? Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Критический сбой. Главный реактор отключен в связи с экстренными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Критический сбой. Наземные линии связи отключены. Движение монорельса прекращено. Конец сообщения. Вы хотите ввести дополнительный запрос? Ты знаешь, почему выключили реактор? Прошу прощения. В тот момент я была отключена. Отключение происходит в случае, если вероятен прорыв реактора или в лаборатории произошло аварийное загрязнение. Предполагается, что биологические загрязняющие объекты погибнут из-за... Это она, кстати, Арахни говорит. Механические объекты также могут быть повреждены. Отключаем отопление и ждем, пока то, что мы... Оля, как ты выглядишь? Так, как это исправить? Как восстановить подачу энергии? Необходимо открыть клапаны системы подачи гелия-3. Это можно сделать с помощью элементов управления самого реактора. Замечательно, мы туда пойдем обязательно. Что за наземные линии? Почему они были отключены? Наземные линии соединяют мой центральный блок с различными подкомплексами вершины 15. Это обеспечивает сотрудникам удаленный доступ к моим базам данных без необходимости покидать лабораторию. При возникновении ЧП в риск-лабораториях кабели автоматически отключаются. Расскажи, что здесь случилось. Прошу прощения. Требуется более точный запрос. Расскажи, что случилось перед тем, как тебя отключили. В лаборатории была объявлена тревога первой степени. В отделении гамма произошло загрязнение. Были введены в действие меры безопасности. В лаборатории была объявлена тревога второй степени. Произошел прорыв изоляционной камеры. Было прекращено движение монорельса. Связь отключена. На месте была объявлена тревога третьей степени. Загрязнение проникло в тоннели. Станция была закрыта. Началась эвакуация. Был отправлен сигнал Омега. Ну, смысла спрашивать про загрязнение нет, она не в курсе. Так, давайте спросим про ущерб. Мне нужны инструкции по ремонту станции. Критический сбой. Главный реактор... Так, это мы уже слышали. Критический сбой. Это мы тоже слышали. Сообщение. Нет, вы все. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Так, давайте прокачать сразу. Так, вкачиваем дробовики, открываем умение расправа. Следующий выстрел из дробовика будет представлять собой взрыв частицы, нанесет урон нескольким противникам. Замечательно.
и прокачиваем боевую подготовку. Получаем прилив адреналина, который мы использовать не будем. Нам нужно прокачать боевую подготовку, чтобы в конце концов открыть умение тактическая броня и потом прокачаться до средней брони наконец-таки. Лиара, бросок уровень 2. Замечательно. Гарус, все, у тебя пока что ничего интересного нет. Так, пацаны, достаем оружие. Требуется ручной перезапуск. Так, тут никакая гадость не вылезет? Нет, пока нет. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Да успокойся, сейчас все исправим. Сейчас все норм будет. Все будет норм. Спасибо, что сказала. Блин, Ляра, ты реально прикольно смотришься без теней. Так смешно. Забавно. И опять никто из вас мне ничего не скажет. Печально. Достаем оружие, ребят. Сейчас будет жарко. Мы, правда, не будем всех убивать, потому что это неинтересно вообще. Внимание у пользователей. Так. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. У нее инструмент какой-то мы подняли. Хамелеон 3, хамелеон 2. Ну, дурацкая фигня, потому что ни усиления щита, ни бонуса к перезарядке нет. Так, вот тут сейчас... Да. Я помню, что тут вот это вот есть. Вот так-то. Ха-ха. Иногда полезно взрывать гранаты. Так. Ой, кто у нас тут? Ребят, спасибо, я его даже не заметила. Да откуда ж вы беретесь-то? Офигеть. Я помню только, что тут вот наверху вот гадость стоит. Вот она, да. И она стреляет ракетами. Внимание, главный реактор отключен. Так. Все. В принципе, теперь, наверное, я думаю, можно будет даже наверх зайти. Движение монорельса прекращено. Ну и ладно. Да сейчас включим. Все. Все, подача топлива возобновлена. Все, все довольны. Ой, мама мия, ё-моё, так. Да откуда ж вы беретесь-то, ядрен вашу растудить? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте, подходите. Ха-ха, ребят, да вы умнички, без меня прям разобрались. Мои ж вы котятки. Молодцы. О-о-о. Кто-то застрял в текстурах. Ну, бывает, бывает, бывает. Ничего страшного, в следующий раз вам больше повезет, дорогие мои друзья гетто. Я не знаю, зачем мы лезем наверх. По-моему, для того, чтобы собрать плюшки. Ну, ты будешь выходить или нет? Иди сюда. Вот так-то. Да, я ж помню, у нас тут есть какие-то плюшки. Терминал. Давайте его взломаем, почему бы и нет. Предупреждение. Следующее сообщение было отправлено нескольким адресатам экстранета с учетной записи, отследить которую не удалось. Требуется дальнейший мониторинг. Дорогой друг Биотик, ты получил это сообщение, потому что у нас общая цель. Немногие нас понимают, уж тем более поддерживают. Нам нужно держаться вместе. Мы должны построить наш новый мир. Присоединяйся к нам. Мы ждем тебя в скоплении Эты Хокинга. Только объединившись, мы сможем бороться с несправедливостью по отношению к нам. Вот, кстати, классная вещь. Имя Стивена Хокинга было увековечено в данной игре. Но я очень надеюсь, что это именно его имя увековечили в этой игре, назвав так систему. Так, давайте быстрее. Оп. Все подняли. Все, да? Здесь что-нибудь есть? О, здесь тоже что-то есть. Хорошо. Чем больше ништяков, тем лучше. Нам нужно больше ништяков. Куча пистолетов. Класс. Давайте, кстати, сразу все посмотрим.
Ой, сколько всего я набрала. Так, фазные патроны сразу в унигель перерабатываем. Нам эта гадость нафиг не сдалась. Остальное все берем. Так, Кеслер. Кеслер хреновый пистолет, нам он не подходит. Штурм 3. Круто, но тоже не пойдет. Кеслер 4. Вот давай ты с третьим Кеслером походишь, а четвертым и Кайдену отдадим. Я что-то вот все хочу его Кайдену отдать. Так, штурмовая винтовка. Да, вот Мститель 3 тоже забирай. Так, все, снайперку тебе не надо. Ну, и пошли, ребятки. Прогуляемся обратно. В принципе, нас больше тут никто стрелять не будет в нас. Поэтому пойдем дальше. Сейчас пойдем на эту линию передачи данных включим и потом покатаемся на монорельсе. Так, так, все, пошли, ребятки. Не застревайте, пожалуйста. Пожалуйста, не застревайте в дверях. Очень вас прошу. А то вы любите это делать. Я уж подумала, что лифт не приедет. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Да я в курсе, спасибо. Я знаю. Я знаю. Так. Ребятки, сразу достаем оружие. Сейчас тут полезет из вентиляции гадость. Рахни, фу! Сейчас выглядит отвратительно. Вот оно полезло, блин. Да япона, мать! Ребята, кто-нибудь его убьет или нет? Ах, щет. Ну, лечимся, конечно. Что еще делать? Потому что кто рукожоп? Я рукожоп. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Так, вот, поднимаем пистолет. Вытаскиваем. А, ну тут все равно лифт, да? Мы все равно в лифтах всегда убираем оружие. Вы выходите на крышу. Внимание. Спасибо, там будет холодно, да? Гарус, ты почему не в шапке? Надень шапку, я сказала. Слышишь? Непослушный мальчик, а? Так, сразу, ребятки, достаем оружие. Сейчас тут тоже будет... Ну, не то, чтобы жарко. Ну, нормально так. Вот сейчас набегут, сейчас набегут. Так. Все? Ну, кажись, все. Замечательно просто. Все, линию связи открываем. Наземная линия восстановлена. Вы завершили ремонтные работы на вершине 15. Ну, зашибись. Взламываем ящичек. Угу, хорошо. Мы подняли какой-то новый дробовик. Итаган 3. А что, неплохо, неплохо. Его и поставим. Так, дуэлянт, гладиатор 3. Не, не пойдет, наша круче. Еще какие-нибудь ништяки есть? Кажись, нету. Ну и ладно, все, пошли. Терминал мира, он нам здесь не нужен. Пока что. Так что просто идем. Мне определенно нравится, как идет серия. Потому что я не застреваю в лифте. То я вообще очень люблю застревать в лифтах. И по жизни, и в играх. Особенно в первом Mass Effect. Ребятки, достаем оружие. Сейчас снова тут сейчас вылезет что-нибудь, по-моему. Ну, должно, по крайней мере. Я точно не помню, но должно. Да, я ж помню. Ох, а мы справились, мы молодцы. Так, вот нам сюда. К монорельсу.
Да. Ух ты, мы катаемся на паровозике. Да я тебя не спрашиваю вообще. Ай, отремонтировать систему очистки. Низкий уровень навыка. Блин, надо было Тали брать. Ну, ладно уж. Он покончил с собой из-за того, что был замешан в случившемся? Он думал, что надежды выжить нет. А я на нем стою. Будет проще? Вы в курсе, что я на нем стою? Ну да, я на нем стою. Боже мой, в мусорке столько всего лежит, а так, мы подобрали какие-то потрошки, да? А нет, не потрошки, а вот что. Так, вот, ставим боевой датчик. Нам бы радиатор какой-нибудь покруче. Поглощение тепла — хорошая штука. Так, Лиара. Улучшенный прицел. Так, вот это мы в нигель перерабатываем. Давай тебе боевой датчик переставим. А тебе, Гарус? Тебе, Гарус? А, у тебя улучшенный прицел уже стоит. Все, замечательно. А на штурмовую винтовку радиатор стоит. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда давайте попробуем с Мирой договориться. Связь восстановлена. Обрабатываю новые данные. Внимание у пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Что значит наблюдается загрязнение? Да ты видишь через стенку. В вагонах монорельса проникли опасные биологические вещества. В целях безопасности персонала станция была заблокирована. Перед входом туда рекомендуется обработать помещение плазменными лучами аварийной системы. Как активировать аварийную систему? Управление аварийной системой находится на посту системы безопасности рядом с очистной камерой. Внимание пользователей! В настоящее время аварийная система вышла из строя. Что нужно сделать, чтобы система опять заработала? В управлении системой произошел аппаратный сбой. Ремонт возможен на месте с применением стандартных УНИ-инструментов. Отоприте очистную камеру. Внимание пользователей! В очистной камере... Да мы слышали уже. Вход в камеру не рекомендуется. Как избавиться от загрязнения? Камера оборудована аварийной системой. Да я это в курсе. Система вышла из строя. Так, отмена запрета, задрал. У меня на это нет времени. Отмените запрет и откройте двери. Хорошо, капитан. Спасибо, наконец-то. Защита отключена. Будьте осторожны. Все, спасибо, давай. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Наконец-то. Так, берем дробовик. Ты задолбаешься тут, блин, это. У меня тем более даже навыка нет. Так. Так. Надо переключиться на пистолет, потому что сейчас мелочь всякая вылезет, насколько мне помнится. Да, я ж помню. Замечательно, мы все отравились. Чудесно вообще. Ну, вроде бы сейчас уже не должно быть никого здесь. Да, мы уже к монорельсу пришли наконец-таки. Это хорошо, да. Быстро даже получилось. Я думала, как-то медленнее будем идти. Но нет. Идем хорошо, довольно быстро. Монорельс к станции расселена. Ребят, это что? Что это вы как в хорроре каком-то просто... Ой, боже мой, обалдеть.
Страшно, однако, ребят. Ну вот и ладушки, мы, в общем-то, прибыли и продолжим исследовать вот эту станцию рассеяна уже в следующей серии. Надеюсь, эта серия вам понравилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну или дизлайки, как вам больше нравится, оставляйте комментарии. Если хотите, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео. Всего вам хорошего, всем пока, увидимся.